И к другим темам. Дома кировчан начали готовить к зиме. Управляющие компании к сентябрю должны выполнить 17 требований по каждому жилому дому, иначе не получат паспорта готовности к отопительному сезону. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». В Кирове получен первый паспорт готовности к отопительному сезону. Раньше всех к зиме подготовилась управляющая компания, в чьем ведении находятся дома в Слободе Корчемкино. На сегодняшний день к отопительному периоду подготовлено 20% многоквартирных домов города. Июль объявлен месяцем женского здоровья. В Министерстве здравоохранения будет организована прямая телефонная линия с главным акушером-гинекологом области. Звонки будут принимать 21 июля по номеру 38 13 23 с 14 до 15 часов. Помимо этого, весь месяц в женских консультациях будут проходить дни открытых дверей и лекции по вопросам женского здоровья. За неделю площадь цветников в городе увеличилась на 7 тысяч квадратных метров. В Кирове идет работа по озеленению. Самым богатым на цветники сегодня считается Октябрьский район города. Перед всеми территориальными управлениями стоит задача в два раза увеличить площадь цветников по сравнению с прошлым годом. Уже в среду, 5 июля, цветы будут высаживать на вновь созданных насыпных газонах на перекрестке Ленина и Розы Люксембург. В Киров прибудет икона святых Петра и Февронии Муромских. Ее доставят в храм Иоанна Предтечи в четверг, 5 июля. Сообщается, что вместе с иконой в наш город будут доставлены и святые мощи благоверных. Поклониться покровителям семьи в Кирове можно будет до 9 июля.